Бывает. Я не был бы столь категоричен. Потому что я на теньке играю, как я считаю, из рук он плохо. Мне правда чё пишут. Ты будешь брать? Будешь ли брать вообще? Веер там или чё? Ну, наверное, веер, чтобы дзинты гнобить. Сейчас посмотрим, я пока ничего не буду брать. Я сразу в лес их пойду смотреть, что происходит. Думаю, или пару паков забрать. Ну, а пойдем в лес что-нибудь посмотрим. Если что там, может, выучишь скрывашку. Ну да. Стырим у них. Интересно, с какого он начнет. А вон он. Так, стоит. У них тень поднимает. О, мой зуха здесь. На меду. Ну, блин, вот там поле, и тень. Где он? Куда он пойдет? Наверное, верхний лес. Я пойду полить. Блин, Мэйдзуха и выходить на речку, по-моему, вообще бред. Чем он делает? Может, он в наш лес хочет пойти? Да, походу, мне придется наш пак забирать в нашем лесу. Иначе я вообще долго бегать буду. Хотя... А, вон тень меня полила, понятно. Значит, я в своем лесу буду сейчас. Слушай, а где же Мэйдзуха? Может, реально к нам в лес пошел? Ну, тень была у меня только что. Может, он в нижнем? Может, вот бегу. Как он вот, он был сверху и резко в нижний лес попал? Фиг его знает. Нет, и в нижнем лесу все паки стоят. Что за ересь? Чуть меня не убило, зараза. Слушай, я Мэйдзин вообще не вижу. Может, он в зуме вообще сидит? Ну а как они без лесника? Тупая тень, чё ж так мешаешься? Ладно, прессуй пока мага там. Я психилку сделаю. Тебе не нравится. Все, мага запрессовали. Хотя нафиг, в нижний лес ты. Торжество зверя. Вот он где-то сдох, только где? Ну непонятно, видимо куда-то отходил. Что-то делал. Додонил где-то. Сейчас подкоп выучу, приду на... Или вы вдвоем его там загнобить. Блин, ну как так получилось-то? Он крутанулся, я в этом... Я кинул в него веер, кстати, и он в этот момент крутанулся. Получилось, он за меня зашел и отлетел. У меня есть подкоп, сейчас приду. Засада. Там к вам тень, спида. Там стопроцентный забор был. Тут инвиз, кстати. О, иду, 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 я же. Надо Мэйдзуху искать. Да, ну, давай заберем, помнишь. У меня же подкоп, я и в инвизии там стопудово. Да надо мага забирать. Сейчас иду. Только не пугай раньше время. Даже кокон взял. Блин, ну что ж ты криворукий, а? Видите, видите. Я же говорю, я кривой. Он вылезет сейчас. Не тень тут еще. Ну чё? А, подката нет. Ой, тут еще Мэйдзуха. Ой. Ух ты, щит. Тень скрыла его. Чё, скрой меня сейчас? Подожди, 5 секунд. 4, 3, 2, скрывай. Да чё ты выходил? Зачем? Надо было быстрее выползать. А меня полечить.
Пойдем кого-нибудь пробуем того. Ведьмака хочешь? Наверное, надо ему разочек. Да там маму он просит. Пойдем, ладно, давай, ведьмака трав. У тебя есть ТП? Нет, 48 секунд. Скрывай. С родной. Ты должен с родной. Я скрывать. С родной? Я думал на родной. Да. Ну ладно, какая разница. Ты должен стоять на родной скорости бегать, но... А чё? Чё ты подбошники палец зачем? Вали, вали, вали. Я не знаю, за чужом тупит наш ведьмак. Глупый. Законтролить не может. Сколько у тебя скрывалки? Да есть уже. О, стримло, бери. О, пошли второй раз. Баюн. А, ну начну баюна. Блин, надо было глаз уже купить к этому моменту. Решение, по-моему, забрали, он маг возвращается. А, ну да, скорее всего. Чё-то я забыл вообще совершенно про баюна про это. Блин, без него так хорошо игралось. Сюда идет лук. Может, у него тут вард? Много. Это, скорее всего, вард здесь на баюне. Блин. Сколько тебе до глаза? Прайма надо. Он не здесь уже. Чё, давай. Пошли, пошли, иди. Под башню-то зачем лезешь-то? Вот, видал, я тебя даже скрыть не успел. Я скрывалку в тебя кинул и все. Я же первый раз с ним играю. Я думал, блин, лук со мной пойдет, не знаю. Я прыгну да. Там две тычки ему, потом в коконом уйду, как это химеры делают. По крайней мере, я так видел, что они играют. Ну, я ну не да, думал, это все правильно. Но ты шестой, а он одиннадцатый. Чувствуешь разницу? Причем тут этот, наша амазонка, чё? Она должна дамажить, я должен за контроль. Почему я в лес пошел? Нафиг. Наша амазонка тоже, видишь, она девятая. Она глупая просто. Фиг с ним, что она девятая. Ух, у них тень с глазом. Твою налево. Все. Меня пришлепнули. Хотел какой-нибудь свиток и купим глаз. Да, 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 да. Ну ничего, их теники и выбили глаз уже. Мне надо хвост. Срочно. Ух ты. Ух ты. Щит. Мне прилетел от ведьмака. Шикарно. Давно новый фигня бегает у нас. У меня ультец появился. Никто не хочет к нам. Я тэпаюсь, но мне до хвоста нет хвоста, в общем, подкоп. Нас забрали. Понятно, ведьмак щит мне в лесу отдал, красавчик. У меня есть хвост. Хака, что творит, а? Я не знаю, что он творит. Я был... Он до этого нарывался, знаешь, очень усиленно. И вот все-таки нарвался. Да, я из контроля не вышел, понятно. Ведьмак меня за контролем. Ну, что-то мы делаем не так. Да, наверное, все. Да. Потому что на пятерых. Ну, как бы я-то вообще лес на одного, но там откуда-то не возьми взялся ведьмак, которого вообще не было.
Ну, вообще-то они там все впятером были. Ну, я его не видел. Может, он где-то в этом, в тумане войны тусил в этот момент. Вот, все там было, все там видно. Где-нибудь кого-нибудь убьем, может, опыта получим. Боюн скоро, через минутку где-то. Ты там зря ушел от вышки-то. Крипы пропадают, зачем? Там амазонка 15-я уже. Ну, что у них перекач 5 колов, жесть. Пофиг. Ага. Надо вот мага забирать. Ну, надо пробовать. Пойдем. У меня есть все. Ох, мы идем. Тень, у меня тень. С глазом ясно. Баюн. Что-то с тобой вначале неправильно сделали. То ли... А, ты глаз не купил, вот чё. Мы с тобой неправильно. Надо было тебе пак отдать, чтобы ты глаз купил сразу. Вот наша ошибка. Может быть. Да стопудово. И мы не смогли загнобить их тени, она меня потом ходила, полила. Вот дай щит там, не знаю. А, ну... Так, давай пробуем. Или не будем пробовать. Да надо. Ты вскрыл бы меня, чтобы я мог инициировать. Тут тень. Не набой. Тут ведь маг он. Вон к нам идут. Айзух на мощи. Тут подобновый этот. Это вообще бред. Так бежать отсюда надо. Где наш ведьмак? Сдох? Ну, блин, кого я бью? Все. Ну так ты льются и льются. Навалял. Ну, только толку от этого. Да без толку. Какие все англифы. Тимплея нету. А, давай быстрее начнем новое. Да ладно, еще сейчас, блин, немножко пободаться. Вдруг удастся выцепить по одному, да? Думаешь? Ну а чё, теперь сдаваться сразу 13 минут? Чё-то какие-то не игрулины вообще. Ты их бегай хотя бы вон, с нижний глиф посмотри, я не знаю. Я же говорю, я не умею играть на этой тени. Ты это, бегай и свети важные, как сказать, все, что для нас важно. Он на миде. Ну сейчас хак опять миде заберут. А щита не было, конечно. Ведьмак у нас еще глупый. Ну это да. Ты нет? Ты нет еще. Ну сейчас будет уже. А что-то как-то 18-го мага я ничего не сношу. Ну там уж 10 тысяч перекач, о чем речь? Пофигу. Амазонку попробую. Да, там сейчас ведьмак кинет щит и до свидания. Да не, ну во-первых, ведьмак, видишь, не повезло. Сейвит. Да, пофигу, все, нас палят. Аккуратней. Вали сюда, куда-нибудь. Там тень палит. Валим щит далей. Ай-яй, скрой. Да нет еще. Блин, у меня был шанс, но я пропукал свой этот непривыкный ключ. Кокон. Выпрыгивать нафиг. Да там перекач уже сумасшедший.
нас вообще нет тимплея никакого. Думаю, такое чувство, что они вообще не понимают, что им делать. Хака с Ведьмаком сами с собой. Красавцы. Нет. О, а куда он попёрся-то, а? Сейчас он там опять отдастся. Я попытался его спасти. Вошел, блин. Нафига он туда попёрся один? В общем, надо было гнобить Ведьмака и все. Ну да. Ой, не Ведьмака, а этого. Мэйдзуху. Или мага, да. Мастерский контроль. Так, он мне сейчас станет этим. Еще ниже. Ну вот, нормально. Вообще будет шанс натренироваться. Ну давай, зафиг с ним. Да. Только пробуем еще разочек. Да, давай. Поражение. Ну зато теперь ты понял, что за фигня этот таракан. Наверное, тебе надо не невидимку.